В условиях текущей мировой обстановки нередко можно встретить территориальные ограничения для игр на политической основе. Варф здесь не является исключением. В начале прошлого года был отключен донат в России и Беларуси, а под конец года объявили о региональных запретах против Крыма и прочих мест. Теперь надо мной висит потенциальный статус изгоя, ввиду чего возникает вполне логичный вопрос – куда деваться дальше? Часто мне попадаются комментарии о том, что Варф многих не устраивает, потому я предлагаю вам перечень своих альтернатив. Хотя в первую очередь стоит уточнить, что по своей основе мы ищем лутер-шутер с поддержкой мультиплеера. В первую очередь вспоминается Destiny как ближайший проект по духу Варфа. Здесь тоже имеется некая помесь технологии и сверхъестественного, а также устоявшееся деление врагов на фракции. Нетрудно разглядеть в Кабал тех же Гренир. Вексы напоминают владеющих разумом, и даже свои порабощенные имеются в лице одержимых. Сражаемся мы тоже для поддержания стабильности звездной системы, используя традиционное оружие и внепричинные способности. Потому с точки зрения атмосферы и деятельности сюда будет проще всего втянуться после Варфа. Хотя геймплей все равно значительно отличается. Например, большая часть снаряжения имеет случайные характеристики и особенности. Помимо этого, есть значение так называемой силы, которая является критерием доступа к видам деятельности. Еще можно отметить куда больше упор на развитие PvP и его роль на вашу прокачку. Однозначно нельзя сказать, хорошо это или плохо. Внимание стоит и факт полной русской локализации, включая озвучку, что в наше время дорогого стоит. Destiny имеет много сложного контента, будь то подземелья или рейды, где нет автоподбора игроков и требуется знание механик. Несмотря на расширение игры годовыми дополнениями, которые сопровождаются длительными сюжетными кампаниями, начало игры крайне плохо объясняет суть происходящего. Лично я играл как в первую часть, так и во вторую, и застал много историй, однако разрабы сочли уместным удалять много прошлого контента, не предоставив должную замену. Я уже молчу про негодование людей, которые платили за этот контент, чтобы тот был удален. И это подводит нас к аспекту монетизации судьбины. Игра изначально доступна как условно-бесплатная, но широко распространенным является мнение, что доступный контент напоминает демо-версию. Предлагает нам для покупки не только крупные дополнения, но и сезоны с платными наградами боевого пропуска, в дополнение ко внутриигровому магазину. Хоть нам и пообещали больше не удалять контент крупных дополнений, это не касается сезонов. В этом плане Destiny больше напоминает игру, которая требует платную подписку, ибо контент имеет срок годности, от года до нескольких месяцев. Такова уж судьба проектов, которые развиваются по типу живого сервиса. Причем сезонный контент часто используют однообразные игровые системы и повторно используют старый контент. Бюджет здесь явно больше, чем у старых сезонов ночной волны, однако приедаться людям таки начал. В общем, повеселиться здесь можно, если вы не прочь потратиться и поискать сопартийцев. Санкции здесь тоже есть, в форме стандартной приостановки платежей для России и Беларуси. Хотя на стороне можно купить доступ к дополнениям, и я не слышал о преследованиях Банжи в таком случае. Плюс на данный момент нет заявлений о региональных ограничениях, что делает санкционную политику Destiny мягче, чем у Варфа. Вторым кандидатом я тоже вряд ли удивлю вас, ибо речь про Division от Ubisoft. Атмосфера здесь лишена потусторонностей и делает упор на реализм, где современное общество рухнуло благодаря искусственному вирусу. Упор геймплея делается на перестрелке от третьего лица, но с куда меньшей подвижностью, чем у Варфа. На ваш выбор имеется две части игры. Первая имеет меньше активных игроков, и обновления здесь не выпускают. Но лично мне она кажется более аутентичной. К тому же здесь имеется полная русская локализация, и недавно игры этой серии вернулись в Steam, что немного подняло актив. С другой стороны, есть вторая часть, локализация на русский тут лишь текстовая. Для выпуска второй части было принято много смодных решений, которые оттолкнули старых игроков, и особо много новых людей не завлекли. Но разработка все еще продолжается, и обновления выходят, хотя и не особо шустро. В классическом стиле юбиков вам дают исследовать большую открытую карту, которую можно назвать качественной. В плане снаряги мы снова имеем дело с рандомом, хотя есть возможность на него повлиять, типа временного обмена вещей, крафта или перекалибровки. Учитывая посредственный успех данной франшизы, я был удивлен объявлением мобильной версии в будущем, а также другой части под названием Heartland. Оба проекта являются условно-бесплатными, и пока не ясно, когда выйдут.
Что касается санкций, то помимо приостановления оплаты, есть региональные блоки. Division 2 изначально была заблокирована в Крыму, в то время как первая часть все еще была доступна. Однако в начале прошлого года и ее заблокировали. Среди будущих проектов некоторый интерес вызывает Synced, который описывают как матчевый лутер-шутер в жанре roguelite. На данный момент проходит открытая бета в Стиме. К сожалению, меня туда не пустили по региональным причинам. Но русский язык тут заявлен для выхода, и ожидается условно-бесплатное распространение. С другой стороны, игра эта не самая оригинальная. Прежде всего вспоминается Shatterline с похожей тематикой. Плюс такие игры могут быстро наскучить, потому присматриваться стоит с опаской. Также оригинальности не хватает игре The First Descendant, бету которой я недавно показывал. Являясь помесью идей Варфа, Судьбины и Anthem, проект имел как технические проблемы, так и пресный игровой дизайн. Хотя схватки с огромными боссами мне там понравились, да и речь пока что лишь про бету. Надежда еще есть, а вот русского языка нет. К тому же для доступа мне пришлось подрубать VPN. The First Descendant тоже будет условно бесплатным, потому ждем выход. Еще стоит внимание обратить на LLL, ибо готовит нам MMO-шутер с открытой картой и путешествием во времени. Выглядит сочно, хотя есть много вопросов, ибо готовит нечто отличное от лутер-шутера, и метод распространения неизвестен. Выход ожидается в году следующем. Любителям аниме тоже есть чего ждать, ибо мне встречался геймплей закрытой беты для Project Snow, которая является гачей. Мне крайне интересно, как это будет устроено, ибо в данной области игры такого плана толком не встречаются. Крайне любопытным кандидатом выступает The Day Before, который описывают как MMO в открытом мире. Многое напоминает про Division, например, тот же упадок Америки благодаря пандемии. Хотя в этот раз имеются зомби, а не только лишь люди. Звучит больше как DayZ. Проект выглядит потрясно, однако это придает некоторую странность. Даже ходят слухи о том, что игра не является настоящей. Скорее всего это не так, но выход ожидается уже 1 марта, а предзаказов нет. Быть может, что игроки накрутят слишком высокие ожидания, или игра кажется посредственной. В любом случае, ждем. Возвращаясь к играм ныне существующим, я вспомнил Outriders, который занимает нишу, схожую с Division. Только здесь имеется куда больше упор на научную фантастику и сверхъестественное. Насколько я понимаю, игра просто не получила достаточное количество контента, чтобы оправдать свою цену. С одной стороны, был упор в разработку эндгейма, с другой стороны, частых обновлений не было, да и по факту игра не является живым сервисом, хотя и требуется постоянное подключение. Оригинальности тоже не хватает, чтобы избежать сравнений с проектами типа Destiny или Division. Потому имеющиеся отзывы и количество игроков оставляют желать лучшего, но быть может, что кому и понравится. В этом плане куда более привлекательным выступает Remnant from the Ashes, который больше ушел в сторону Dark Souls. Реиграбельность тут поддерживается случайным доступом к имеющемуся контенту, а играть можно как в кооперативе, так и в одиночку. Хотя такая случайность контента может раздражать, когда хочется получить нечто конкретное. К тому же не каждому может понравиться Dark Souls с пушками, потому на вкус и цвет. Посмотрим, как себе покажет сиквел в этом году. Есть и прочие лутер-шутеры меньшего калибра, которые неплохо играются. Например, в прошлом меня заинтересовал Gunfire Reborn, где вы играете за животных в условиях рогалика. Хотя это может ощущаться как разновидность Borderlands, которая сама по себе является классикой лутер-шутеров. Раньше я мог бы с уверенностью посоветовать второй Risk of Rain, тоже забавный рогалик с возможностью пострелять. Однако недавно франшизу продали Gearbox, что ставит под вопрос дальнейшее развитие игры. Но и в текущем состоянии проект все равно неплох. Совсем недавно мы получили официальный анонс третьей части Payday, что может быть неплохим поводом обратиться ко второй части. Хотя количество платных дополнений ошеломляет. Но мне кажется, что мы несколько отходим от изначальной темы. Тут можно отметить, что лутер-шутеры недавно получили новую разновидность, что относится к играм, где вы зачищаете локацию и уходите с полученным добром. В первую очередь это касается побега из Таркова. Имеется тут помесь PvE и PvP, а также множество механик, направленных на реалистичность. Игра крайне сложная и не всегда приятная. К тому же страдает от множества технических проблем, благодаря своей многолетней бете. Но определенный голод можно утолить, проведя здесь время. К тому же игре этой не чужды элементы мистики, будь то наличие сектантов или лор, связанные с невозможностью побега и концом мира. Есть и прочие игры такого поджанра, типа условно-бесплатной The Cycle. Хотя игроков тут куда меньше, и есть подозрения о неуспешности проекта.
Под конец упомяну старушку под названием Hellgate London, которая совмещает элементы Diablo и лутер-шутера. Насколько мне известно, игра по сети доступна лишь благодаря неофициальному серверу, но играть и в одиночку можно. На этом мой перечень рекомендаций исчерпан. Полностью заменить варф вряд ли выйдет, ибо монетизация у нас довольно справедливая и контент уникальный, но подобраться близко точно получится. И все же я хотел бы узнать от вас, какие альтернативы варфу вы считаете уместными. Всем всего, всем удачи и всем пока.